Всем доброе утро. Мы проснулись, и там Валюшка лежит, Алена еще в комнате. Я хотела вам сегодня показать супер упражнение для тонкой талии. Сейчас поставлю камеру и покажу. На спину. Поднимаем наш таз. Втягиваем как можно сильнее пресс. И по очереди вытягиваем ноги медленно. При этом нужно дышать хорошо. И пресс контролируем, чтобы он у нас не расслаблялся. Это упражнение помогает сузить нашу талию вот здесь, сделать ее красивой и рельефной. А еще с утра я делаю вакуум. Как мама говорит, это очень страшно. Не знаю, мне не страшно. Сегодня в планах расхламить наш гардероб. Тут у нас вещи висят, у нас маленький пока шкаф, и поэтому вот так сегодня будет грандиозная глажка, и буду все вещи девчонок развешивать. Придумала, как можно прикольно сделать. Там еще вещи лежат в пакетах, которые нужно гладить. Ну и нужно тут на полочках, конечно, немножко убраться. Все, поехали. В магазин набрала девчонкам резинок. Вот это я придумала, что сделать с вешалками. Куча носков и варюшки свитера, Аленки колготки взяла. Скоро школа, на улице, кстати, сегодня вообще ужас творится. Там пасмурно, грязно. И холодно. Скоро осень прям сегодня почувствовалась. Мы жарим на обед картошечку. Сейчас все размешаю. У нас будет сегодня безмясной день. Будем есть только картошечку и салатик. Забросила я пока глажку, половину вот эту, одну стойку я прогладила. Аленушка скачет. Забросила у нас обед. Мы будем сегодня кушать картошку, и мама нам дала кабачковую икру домашнюю. Будем вкуснячу кушать. Все, всем приятного аппетита. Очумелые ручки я погладила, и теперь развешиваю вот так. Использую... Тут у меня было одно кольцо, но оно было одно, и я решила использовать... У меня были стяжки для... Ну, просто стяжки пластиковые. И вот такую конструкцию я сделала. Можно по 4 в ряд. И будут, естественно, они занимать сразу место. Потом покажу в шкафу, как будет круто. Ну вам, что у меня вот было до. Я погладила вещи. Сейчас посмотрим, насколько уменьшится у нас тут все. Вот так получилось после того, как я все развешала. Ой, не знаю, не хватает мне все равно этого места, хоть они вот так вот и висят, все равно в ширину нужно побольше. Но сейчас уже более-менее прикольно смотрится. Мы сели с девчатами ужинать. У нас сегодня на вечер наггетсы и картошечку доедаем. Вот они мои девчата. А я пью, мне прям вообще зашла что-то матча. Мне прям нравится. Пью опять ее. Вот она я. Решила на ночь глядя поучиться красить стрелки. Вообще никогда этим делом не занималась, но тут что-то на меня нашло. А в общем, получилось вот как-то вот так. Не знаю, прикольно, нет? Алена там что-то машет. А мы хотели вам пожелать всем спокойной ночи и всем пока-пока. Пока!